Харьковском саду Шевченко стартовала реконструкция фонтана «Каскад». Здесь уже разобрали ступени изгороди, а также частично демонтировали старые светильники. По плану ремонт продлится весь 2018 год. Согласно информации портала «Прозора», реконструкция обойдется городу в 57 миллионов 230 тысяч гривен. Как рассказывали в мэрии, после реконструкции каскад преобразится. В планах заменить верхний и нижний фонтан, электропроводку и водонасосную станцию. Также здесь обещают установить новые скамейки и светильники, высадить газон, деревья и цветы. Каскад построили на месте разрушенной довоенной парковой лестницы в 1955 году, к 300-летию города. Его автором стала архитектор из Харькова Анна Маяк. За время своего существования фонтан ремонтировался не один раз. По данным общественников антикоррупционеров, занимается каскадом киевская компания «Планета Бут». На всех этих работах она берет харьковского подрядчика «Энергосервис ПМК». «Энергосервис ПМК» будет больше там, 20% работ делать от тех, которые «Планета Бут» выиграла в торгах. Но это, как правило, работы с освещением. Изначально планировалось, что в 2017 году будет там на 6 миллионов работ уже выполнено, но так как поздно подписали договор в конце декабря, потом переподписали его в последний день декабря 29-го дополнительным соглашением о том, что в 2017 году работ не будет. Работы на каскаде проводят в рамках комплексной реконструкции сада Шевченко. Анонсированный срок окончания ремонта фонтана 31 декабря этого года. Юлия Бойко, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».